Черкесске на базе тренировочного учебно-методического центра «Авангард» состоялись соревнования «Казачий биатлон» на Кубок атамана Баталпашинского городского общества. Все подробности у Мурата Джанкозова. Баталпашинское городское казачье общество ранее выиграло грант от Министерства труда и социального развития на проведение казачьего биатлона. На средства приобрели пневматические винтовки, макеты автоматов, патроны, магазины и другой инвентарь. В планах учить юных казаков современным боевым искусствам. В это мероприятие входит военно-прикладные искусства, разборка автоматов, то есть подготовка детей, чтобы они имели какое-то понятие о воинской службе. Как раньше вот было у нас в классах НВП, сейчас его вроде возобновили, ну вот что-то подобное сейчас происходит. Разборка автомата, снаряжение магазина, ну и плюс история казачества. То есть интеллектуальный вариант этого мероприятия. Основными задачами «Авангарда» будет подготовка к военной службе, военно-патриотическое воспитание. Наши воспитанники республики будут проходить пятидневные сборы, помимо того, что мы проводим военно-патриотические мероприятия, они будут подготовка к военной службе. То есть наши ребята в нашей республике, мы будем расти достойных защитников нашей могучей страны, Российской Федерации. Казачий биатлон состоялся при поддержке военного комиссариата Карачаева-Черкесии, отделения ДОСААФ, центра «Авангард» регионального штаба юнармии. 7 команд из городов и районов республики приняли участие в состязаниях. В команде 6 человек занимаемся в ДОСААФе, тренер Чигаров Арсен. Готовились мы через день, получается, в понедельник, среда, пятница. Готовил нас Ахсен Мухтарович. Он показывал, как держать оружие, как правильно стрелять, разборка автомата и как правильно метать дротик, гранаты. Мы дважды участвовали в финале Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» в городе Герой Москва. Соответственно, дважды выигрывали республику по этой игре. Юнармия воспитывает доброту, справедливость, сочувствие, честность, верность к своей родине. Самое главное – военно-патриотическое воспитание дает юнармия детям. Мальчишки и девчонки отрядами состязались в строевой подготовке, разборке, сборке автомата Калашникова, метании гранат и дротиков и стрельбе из пневматической винтовки. Состоялся также квест «История Баталпашинского отдела», конкурс «Статин в строю, силен в бою» и эстафета. По итогам казачьего биатлона на первом месте команда Баталпашинского городского казачьего общества «Пластуны». На втором – юноармейцы отряда «Ураган». На третьем – команда колледжа номер 7 республиканской столицы. А самые юные участники биатлона – отряд «Воины» – получили диплом за активное участие. Мурат Джанкозов, Вести Карачаева, Черкесия.